Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, мы продолжаем проходить игру Турок. Впереди Турок, просто не верится, мы летим домой! Скорей, скорей! Я остаюсь, у меня счеты с Кейном, я должен остановить его. Пора улетать, парни, живо! Убей его. Так, Турок решил остаться и поквитаться с Кейном. Так, ну я, пожалуй, поменяю оружие, что у меня есть дробовик, лучик, арбалет, да? О, арбалет, говорю, лук. Так, пожалуй, поменяем дробовик на миномет. Опа, 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 чё это? Офигеть, он, короче, не подорвался с одного выстрела. Жесть. Я почему-то думал, что он, короче, с одного ему хватит. Но, видать, броня спасает, да. Все-таки не зря они эту броню носят. Так, так, опа, кто там такой борзый? Я в потолок попал. Это не круто. Тут есть и другой режим огня. Не обязательно вот этот порошочек распылять. Тут можно запускать такие... снаряды, и потом правой кнопкой мыши зажимаете, он типа детонирует. Но мне нравится порошочком. Опа, ты чё это тут высунулся? Ты не надо мне так. Так, я кого-то подорвал там. Неплохо. Так. Если там тот чувак сделает шаг вперед, да, он будет очень любезен и подорвется на моем порошке. Но он решил так не сделать. Так, подорвал этот чё? Так, блин, пипец, я обход далеко очень. Запустил, да. Вот так вот все сдетонировал, все отлично. Так, у меня остался один, да, всего выстрел. Ну, в пулеметчика его засылаем. Так, сейчас возьмем лук, почему-то все время хочется сказать арбалет, и типа в этого чувачка. Так, не получилось, ладно. Так, в ногу не попал. Это плохо, это плохо. Так, что будешь делать-то? Так, все, получай. И ты давай вылезай. Отлично. Так, мне кажется, сейчас там толпа придет, так что возьмем, пожалуй, лучик. Да, вот они. Так, гранату, блин, промазал. Отскочила. Так, кого-то подорвал, это неплохо. Ох, нифига себе, он сиганул-то прям. Дельфинчиком так вообще. Так, застрял, нет, я не хочу умирать. Только не здесь. Так, походу граната зря пошла, да? Зря улетела. Так, ну можно... Ой. Не то я хотел сделать. Ох, раскидала-то их, ох, раскидала-то. Паразитов. Так, ну вот эти гранаты, кстати, пригодились. Жаль только в конце игры. Да. Ну, в принципе, их и до этого можно было таким образом использовать, да. Мне просто было лень. Ну, или... Да нет, по-моему, я так использовал, да. По крайней мере, пытался их выкинуть из укрытия, но они сами выпрыгивали. Ну, в общем, гранаты эти послужили своей цели. Так, ладно, все, собираем патроны всякие. Так, поменяем на дробовик миномет, он, думаю, пригодится нам. Так, нам нужно сбить Кейна. Прикол в том, что у него ракеты по анимации вылетели ближе к кабине, хотя расположены они по краям. В общем, я сдох. Да. Я, в общем, затупил. На Escape я не могу выйти из ракетной установки. Нужно нажать ту же клавишу, что и как и зайти, в общем, в эту установку. Ну, в общем, несколько выстрелов нужно произвести, но нельзя это сделать подряд, потому что он вас застрелит в любом случае. Так, ну это мы пропускаем, берем ножик и бежим.
Так, опа, падла стреляет. Сейчас спрячемся. Пусть он постреляет немного. Все, можно бежать. Так, вот смотрите. Вот, случайно опять escape нажал. Так, в общем, я не успел даже убежать. То есть я сделал выстрел, хотел скрыться, и не получилось. В общем, он меня расстрелял, да. Ну, ничего, серия так короткая, все равно получится. Так что, думаю, не страшно, если вы посмотрите эти смерти кривые. Лень их будет вырезать, мне кажется. Да и чего такого, поумирал пару раз. Так, все, пошел ты в жопу, Кейн. В жопу давай иди. Сейчас я сяду, сейчас я... Опа-опа-опа, да что разошелся-то? На своем космическом звездолете там сел. Ну все, успокойся. Прошу прощения. Давай-давай-давай-давай-давай. Пиу! Так, уходи. Пипец, что ты так медленно побежал-то? Все, я помер. Так, в общем, один выстрел я уже произвел, да, вы его видели много раз, поэтому не буду заново показывать. Сейчас я просто прячусь, жду, когда он, короче, в меня постреляет на славу, да, успокоится. Сейчас он еще ракеты начал запускать. Так, ну, точнее, я два раза в него выстрелил, да, это третий контрольный. В общем, три раза выстрелил. Надо было текать, пока была возможность. Никак не мог. Хотел вот зайти и попрощаться. О, как мило! Но теперь нам отсюда не выйти. Все кончено, Турок. Знаю. Но ты все равно заплатишь за все, что сделал. Я же вытащил тебя с помойки. Воспитал. Раскрыл твой потенциал. Я сделал тебя человеком. Каким человеком? Если бы ты знал законы нашего племени, кто не приказал бы убивать гражданских. Мы так не поступаем. У меня был приказ, и я его выполнял. Вот как мы поступаем, Турок. Мы выполняем приказы, а ты даешь волю эмоциям. Поэтому ты никогда не будешь хорошим солдатом. Ты прав, Кейн. Я не солдат. Солдат выполняет приказы, а воин следует выбору сердца. Ну что, Турок, выбирай, бежать или прятаться. Еще и нож потерял. Блядь, не было сил держаться. Так хотел кашлянуть, пипец. Так, в общем, у нас битва на ножах, да, я просто зажимаю клавиши, которые мне показывают на экране. В общем, ничего сложного. Проблема в том, что можно быстро не сообразить, что нужно зажимать. Да что ж такое-то? Так, ну, в общем, Турок сейчас пытался отобрать нож, у него получилось. Сейчас мы уже будем главным в бою, то есть мы будем пытаться заколоть Кейна. Но он, чувак, молодец, он умеет с ножом обращаться и не дает себя просто так пырнуть. Вот сейчас, короче, прикол, нужно быстро зажимать ПКМ, да, я зажимаю одним пальцем, видите, какая фигня происходит. В общем, нужно вообще, короче, очень-очень быстро зажимать. Да, вот сейчас сработало, более-менее. Или просто игра заглючила, я не знаю, вроде так. Нормально все. Так, ну сейчас мы его проходим, я думаю. Да. Свершилась месть. Да, но финальным боссом является, конечно же, Тираннозавриха. Даже без нее. Но, к счастью для меня, у меня есть стрелы ТЭК. Ну, просто в нее засылаем. Вот видите, она уже хромать начинает. Вот от нее должны куски мяса просто отрываться после стрелы ТЭК. А тут я вижу просто красное пятно, типа кровь такая. Понятное дело, что это игра, но это было бы хотя бы реалистично. Никто не говорит, что она сдохла бы от этого, да? Именно, что появлялись бы какие-то раны. Ну, допустим, да, вот она такая здоровая, метров сколько, 20, наверное, в длину. Допустим, стрела ТЭК, она повреждала бы только какие-нибудь внешние слои кожи, там, мышц. То есть глубоко не проникало, ранение не глубокое. То
То есть, ну, она бы не умерла. Не умерла от этого, да, но получала бы, получается, урон. То есть я бы видел, что я что-то делаю. Да. Типа, она получает по заслугам так просто красные пятна, и непонятно, долго ли ее еще бить, чтобы получить. Ну, в общем, чтобы. Ай-яй. Чтобы она сдохла. Так, ну то короче, тут какая стратегия? Можете бегать по полю, но напрямую лучше долго не бегать, потому что напрямую она вас догонит без проблем. Тут есть ракетная установка, пулемет, по углам карты. В общем, можете побегать, попытаться сесть за них и расстрелять ее. Но это как со тем звездолетом, если из ракетомета придется сделать несколько попаданий, 3-4, может больше. Если в случае с пулеметом, даже не знаю, сколько придется в нее стрелять. И я думаю, за это время она к вам подойдет и сожрет. В общем, у меня обычная стратегия. Просто бегаю вокруг контейнера и периодически перебегаю. Если вдруг какое-нибудь оружие фигово досталось, вот допустим тот автомат, я бы вообще мог все обоим выпустить и было бы насрать. Поэтому я решил сбегать за другим оружием. Мы тебя бросим. Устраивайтесь поудобнее. До земли путь не близкий. Ну что ж, дорогие подписчики, зрители канала, мы прошли еще одну игру, да, закончили игру Турок. Жалко, что продолжения не было, там хотели анонсировать в 12 или даже в 14 году второй Турок, да, типа на той же планете, я так понял, только там уже в другой области, пустыни там и болото, вот, ну так и не анонсировали, жалко, конечно. В общем, мне эта игра очень нравится, думаю, многие ее знают, многим она тоже интересна. Перепроходил очень много раз и решил для канала записать. Спасибо всем, кто смотрел видео по этой игре, по этому прохождению, да. Пишите ваши комментарии по игре, по самой игре, по тому, как я проходил. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, в группу канала вступайте, ссылка будет в описании. И следующие игры, которые хочу проходить, это либо Avatar The Game, да, мне хочется, ну, тематика схожая с каналом, и либо Звездный Десант. То есть вы напишите в комментариях, какую игру хотите видеть первой. Ну что ж, с вами был Дарт, всем всего хорошего, до скорых встреч и всем пока, увидимся в новом прохождении.